Областное радио. На каком уровне сейчас развития находится данная индустрия и боятся ли нам восстания роботов, которые начнут, ну вы понимаете, настаивать на своем? Так, ну, этот вопрос не новый, да? На самом деле, я занимался искусственным интеллектом, и это такой краеугольный камень в робототехнике. И им многие интересуются, это правильно, так и должно быть, но с точки зрения математической функции, я еще математик, значит, пока что не было свидетельств того, чтобы был искусственный интеллект. Нету таких, там, evidence, да, нет таких наблюдений. Что я имею в виду? Если в теории принятия решения есть понятие целевая функция, если мы даем роботу играть в Альфа-Го, в Го, собственно, играть, или там даем роботу задачу сортировать молоко слева направо, справа налево. Внутри этой целевой функции он мастерски может переставлять коэффициенты. Вот я, собственно, об этом. Абсолютно хорошо их представлять, намного лучше, чем 100 человек или 1000 человек, неважно какое количество. Там нейронная сеть, она быстренько переставляет все коэффициенты, которые нужны для успеха, для создания вот этой целевой функции. Но саму целевую функцию он поменять пока что не было. Слава. Не было. Здесь все, он не может. Пронесло. Очень хорошо. Хорошо. Потом, я просто здесь там, углублюсь, что там робот, который играет в Альфа-Го, искусственный интеллект, будет доказательство тогда, когда он внезапно перестанет в него играть и пойдет там, на серфинге кататься. Да, внезапно да, примет такое решение. Вот этого трансцендентности, выхода за... Все в ваших... Не допустите. За плоскость, да. Николай, ты слушай, ну сейчас... С роботами связано очень много интернет-фольклора. Знаете, роботов озвучивают. Вот эти вот кадры, да, с английскими, американскими роботами. Они с друг другом разговаривают. Второе, есть там популярный мем «Как тебе такое, Илон Маск?» И показывают, ну, наши такие доморощенные изобретения. В связи с этим, возможно, уже финальный вопрос. Но когда все-таки мы, там, Новосибирск, Новосибирская область, Россия вообще, выйдем на конкурентный уровень с теми, кого, над кем мы шутим? Ну, это хороший вопрос, довольно серьезный. Если на него отвечать... Коротко. Давайте попробую коротко, что чтобы нам действительно конкурировать, нам нужен высокий уровень образования, первое. Это можно решить, и мы пока что именно его решаем. И вы в этом направлении, кстати, да, хорошо двигаетесь. Да, а вот второе дальше, люди вот как раз с таким уровнем образования, большое количество решается же вопросов. Вот мое, на самом деле, выступление на TEDx было не про робототехнику вовсе, а именно... Про то, что мы тратим много энергии на споры друг с другом, на какие-то профанации в интернете, потому что большой массив информации, который падает на человека, заголовки в СМИ там, и прочее-прочее, воспринимается не критически, и идет некое отторжение этой информации. И человек, предоставлен сам себе в бушующем море информации, он начинает даже иногда к друзьям по щелчку, допустим, информационной машины относиться плохо. Вот внезапно, просто по какому-то вопросу. Это не важно даже по какому там. Украина, Россия или еще какие-то. Это не важно. С точки зрения математики, это получается разобщение людей, и они каждый занимается своей собственной там проблематикой. А в том, чтобы преуспеть, нужно использовать энергию объединения. Вот. Ее пока не наблюдается. То есть нужно соединить два фактора. Первый – это хорошее образование. Второй – это энергию объединения, когда люди объединяются в конгломераты. Между ними рушатся вот эти барьеры, там, когда они друг другу волки там, или кто там, конкуренты. Они соединяются и начинают действовать как единый организм. Между прочим, у нас в робототехнике мое главное достижение, что мы сейчас создаем... Уже создали Федерацию спортивно-образовательной робототехники. Да вы что, молодцы! И как раз разбили вот этот вот стандартный, как это, как вы говорили в «Битве престолов», вот этот маховик, стандартный маховик ненависти, когда и в робототехнике тоже каждый тренер друг другу конкурент, все там пытаются украсть у друг друга там механики там, и все прочее-прочее, технологии, ноу-хау. А вот мы попытались разрушить этот механизм злобы, разъединения, и создали механизм объединения. И вот дальше, в следующие года, посмотрим, как он сработает. Здорово. Да, мы уверены, что у вас все получится. Здорово. Желаем вам искренне успеха, Николай, в выбранном направлении. Радио 54. Первое областное радио.